Ребят, сэр Свимсилот взорвался. Можем мы пойти на рыбалку? Мы только что рыбачили. Да, и мы больше не можем там появляться. Почему? Поймал! Эй, огромный метатель гарпунов, важный член этой семьи. Ты продал диван, чтобы купить его. Я загарпуню нам новый. Тебе еще за гарпун. Гарпуны, гарпуны, они лучше, чем грызуны. Гарпуны. Эй, кто здесь? Привет, старый друг. Торт! Добро пожаловать обратно! Обратно? Я надеюсь, вы не возражаете, что я вошел. Не возражаю. А кто ты вообще? Это я, Торт. Он раньше жил здесь. Да, раньше. Ты серьезно не помнишь? Флэшбэк. Ну, мне уже пора. Мы никогда не забудем тебя, Торт. Тебя и твою пушку для стирания памяти. А, столько воспоминаний. Не могу поверить, что Торт уйдет. Да, Эд, я буду следовать за мечтой и реализую ее в большом городе. Меня устраивает. То я такой. Прощайте, старые друзья. Я не друг тебе. Что случилось с креслами? Том продал их пиратам. Старый, глупый Том. Не беспокойтесь. Ура, диван! Что это такое? Ой, просто то, что я изобрел. Вау. Итак, когда ты уедешь снова? Уеду. Я въезжаю обратно. Что? Эд! Том, перестань быть таким грубым. Я говорил тебе на прошлой неделе. О, Том, я тут хотел тебе... хорошо. Вау. Выглядит так, будто у вас было много приключений, пока меня не было. Хотел бы я быть с вами. Эй! У меня есть идея! Что? Ах, прямо как в старые добрые времена. Я скучал по этому. Да, я тоже. Да, это классно, что ты снова здесь, Тот. Торт. Ты гораздо забавнее Тима. Том. Ой, не беспокойся, Мэтт. Мэтт! Я останусь здесь. Ты же не против, если я возьму свою старую комнату, Эд? Нет. Конечно, можешь. Но это моя комната. Ты можешь переехать в свою старую комнату. Но ты превратил мою старую комнату в бассейн. Почему бы тебе не поспать на диване? Старый глупый Том. Да, старый глупый Том. Хочешь мою комнату? Забирай. В этом месте все равно слишком много народу. Ох, ей, халявный диван. О, он выглядит счастливым. Правда? Я не думаю, что он выглядит счастливым.
Он скорее похож на разгне. Я надеюсь, ты сдохнешь. Том? Может, мне лучше догнать его? Не беспокойся, Эд. Пойдем, нам надо еще много чего сделать. Хорошо. Хей, хочешь увидеть мою коллекцию мягких игрушек? Конечно! Потом мы можем остаться на всю ночь и посмотреть возвращение безумных пиратов-зомби из Ада 4. Прямо как в старые добрые времена. Да, прямо как в старые добрые времена. We'll be right back.